Мои дорогие пассажиры ночи, сегодня 10 мая, и я, Ванда Дарваль, вновь буду с вами до 4 утра. Значит, вы настоящий фанат этой передачи? Да. Почему ты хочешь вернуться к работе именно сейчас? Я рассталась с мужем, он меня бросил. Я понимаю. Как ты планируешь делать это? Ты же никогда не работала. Спасибо. Я не это имел в виду. Нажмешь 3 и повесишь трубку. Сегодня ночью у нас новая гостья. Как вас зовут? Талула. Сколько вам лет? 18. Где вы живете с тех пор, как приехали в Париж? В отелях и заброшенных домах. Ты не можешь оставаться здесь. Пойдем домой. Кто она такая? Ты собираешься удочерить всех бродячих кошек квартала? Меня трогает эта девочка. Ты похожа на маленькую птичку. Тебе никто этого не говорил? Не понимаю, как моя мама могла познакомиться с этой чикой? Она, очевидно, тебе нравится. Бред! Я тебе не пара, Матиас. Выпьем за счастье быть с вами сегодня вечером. За то, что вы со мной. Я часто думаю о моментах, проведенных вместе. Они как подарки. У каждого должно быть то, чем мы были для других. Мы просто были рядом. Было что-то теплое и вечное. Мы никогда не были одинаковыми друг для друга. Мы были великолепными незнакомцами. Фрагментами нас, пассажиров ночи. Dis-moi pourquoi j'existerai.